Здравствуйте, мои дорогие, хорошие, с вами Вика из школы рукоделия. Сейчас немножечко по поводу совместника номер 2. Судя по опросу, все хотят либо длинный мастер-класс, там у меня 20% проголосовавших, нет, там у меня 30% проголосовавших, остальные хотят совместное вязание. Так что по поводу вязания, девчонки, я сейчас уезжаю к мамулечке моей дорогой, поэтому вернусь через пару недель, и вязать начнем уже, когда я буду дома, потому что я не знаю, как у меня там в дороге, как у меня будут там дела с интернетом, со съемкой, со всем остальным. Несколько видео у меня сняты, вложены, так на всякий случай, чтобы выходили видео. Так что вязать мы будем, начнем 20 числа. Апреля, я ненадолго уезжаю. Так, вот какие нитки у меня. У меня 6 мотков. Вот сейчас я вам показываю 4. Опять же, я их купила в Чехии. Я вам показываю, читаю, а вы смотрите, выбирайте. Вот главное, чтобы, видите, они такие падающие, такие, как шелковые, понимаете? Они более такие летние, не ворсистые, такие гладкие, блестящие. Вот, а в составе у нас 100% микроакрил. Что это такое, я не знаю. В общем, 100% микроакрил, в 100 граммах 225 метров. Вот такие нитки, шарлотты называются. Ну, фирма это чешская фирма. Тут уже единственное, что я же говорю, что попробуйте по метражу приблизительно, и вот по, хотя бы даже если не по составу, вот по таким ощущениям, я же говорю, такие летние шелковые ниточки, приятные на ощупь. У меня, если вы видите свой свитер каким-то другим, пожалуйста, не вопрос, делайте как хотите. В общем, у меня 6 мотков ниток, один сейчас у меня тут лежит 5. И один моток у меня как бы образец узора я вязала, который вам снимала. Спицы тройка и двойка. Вот, в принципе, все, что нам нужно. Ну и пару маркеров. Вот, поэтому, девчонки, до 20 числа. 20 выйдет первое видео, потому что я приеду на пару дней раньше. Я уже там какую-то часть свяжу. И 20 однозначно, точно будет первое видео. Поэтому до 20-го покупаем нитки, пробуем вязать узор по видео. Вот оно сейчас выскочит. И готовимся к совместному вязанию. Все. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Всем, кто будет вязать, всем до 20 числа. Пока!